Привет. В общем, пробный созвон по сериальному чату осеннему сезону. Сегодня мы обсуждаем «Пингвина», первые две серии. И извне еще бонусом. Вот. Ты успела смотреть вторую? Ну, хорошо. Да. Так, ну давай по «Пингвину» сначала, вашей главной премьере. Ага. Во-первых, это же получается у нас четвертый «Пингвин» за всю историю экранизаций. «Пингвин 90-х», который в детстве был, «Пингвин» из сериала «Готэма» и еще один очень старый «Пингвин», его я не смотрел. И с каждым годом «Пингвин» все больше, все менее комиксный и все более гангстер. Как тебе такой вариант? Я недавно пересматривала, ну как, мне попался, мне скинули ролик с «Пингвином» из фильма, по-моему, Тима Бёртона, где он там такой готишный, у него там синячки под глазами намалеваны. Он весь такой реально жук, толстенький, где-то там в подземелье колдует своим вот этим зонтиком. Кстати, зонтик из Академии Амбрелла, как будто у пингвина был спижен. Буквально дизайн. Вот, он там колдовал вот этим зонтиком, гипнотизировал. И эта спираль была у него на зонтике нарисована. И в окружении пингвинов он там реально тусовался. Вот. И образ был тоже немножко комичным. По слухам, ну, байка есть про Тима Бёртона и про эту экранизацию, что Дэнни Девито, по-моему, играл, что он поссорился с режиссером, и они немного изменили сценарий, и там, что он там рыбу ел, вот эту сырую, и там более мерзкий вариант пингвина был. Но не знаю, насколько это правда, нет, но была такая байка. Почему они так немножко изменили вариант пингвина, потому что в комиксах он вполне себе ну, такой человечный, а здесь он мутант. Ну да, надо понимать, наверное, почему, что у Тима Бёртона есть своя стилизация в фильмах. Она имеет корни из того, что Бёртону нравился... Господи, режиссер типа Фрица Ланга, только не Фриц Ланг, который первый делал такие титры. Короче, я сейчас не могу вспомнить фамилию, но прям видно, с кого Тим Бёртон вдохновлялся. И вот это вот немножечко театральность, гротескность, преувеличение и в гриме, и в каком-то отыгрыше, вот такая сказочность, она поэтому носит свой отпечаток в стиле Бёртона и в этой истории с пингвином тоже. Но я знаю, что пингвин, который в Готэме был, он прикольный. Оказывается, он не всем нравится. Мы тут с парнем вот обсуждали, и ему, например, он вообще максимально не нравится, но потому что он говорит, что это не каноничный пингвин, не из комиксов. Очень много своеволия тоже в этом образе, который там отыгран. Но тебе он нравится, по-моему, да? Да, он очень стильный. Они отошли от комиксного варианта. В комиксном варианте как раз пингвин был не очень сильный физически, но использовал всякие гаджеты, зонтик, вот этот вот всякие зонтики, которые позволяли ему выиграть у бойцов таких природных. А здесь это ушли от него и сделали такой образ. Некоторые почему-то называли там типа там, эмо-пингвином или гота-пингвином, но мне очень стильный пингвин понравился, он своеобразный. Как бы на первый сезон, но отличный, а вот к концу они какую-то слишком от себя типа, погнали. А, ну, мне понравился, в принципе, персонаж сделан ими. Мне тоже, в принципе, понравился, но тут как уже, тут знаешь, как с Бэтменом, какие-то проявления интересные бывают, находки, пусть даже это отхождение от канона, а какие-то, вот, ну, из хороших проявлений Бэтмена это вот был Паттисончик, то, что сыграл драматичного Бэтмена, это было интересно,
Вот. А не очень и более плоские проявления. Ну ладно, мы не Бэтмена обсуждаем. Ну, в общем, тоже есть такая же тема, что вот есть супер там злодей и супергерой, которого по-разному показывают везде. Есть фанаты и такого проявления, и сякого проявления. Есть те, кто сравнивает с комиксом. Я комиксы с Пингвином именно, по-моему, не читала. Вот больше с Джокером и Бэтменом, который про больницу Аркхам, мой любимый акварельный комикс. Вот, поэтому, ну, даже то, что ты сказал про гаджеты, это для меня такое, типа, больше откровение. Потому что, да, мне казался этот персонаж наименее интересным, потому что его всегда рисовали таким скуфидоном, который что-то там, ну, в общем, не раскрывали его толком, и только в сериале «Готэм» его чуть-чуть подрисовали черт, типа, всякий этот... как не Дэдди Ишьюс или Мами Ишьюс, который, кстати, в «Новом Пингвине» тоже есть вот эта его большая любовь к матери. Вот давай, может, ее обсудим, например, потому что в «Готэме» она была показана зависимостью прям одна, ну, с одной стороны, а сейчас она уже, она тоже зависимость, но как будто более сентиментальная и здоровая уже... Независимость от психа, как в сериале «Готэм». Не соглашусь вот тут. Просто здесь она чуть-чуть более хорошо обыграна. И вот в предыдущем сериале и в этом сериале был и будет психиатр. Там был психиатр Аркхамский, который в «Готэме» сериале, который «Готэм». И он Пингвину поставил, когда его психушку первый раз определили, что там типа нездоровые отношения с матерью. А здесь... буквально его, ну, как бы, никто не спорит, что все пингвины психи. И тут явно проблем с башкой, и мама ему добавила. Он ведет себя с ней... Ну, он ведет себя с ней так, что этот... Говорит, типа, да, нормально, что ты завалил этого чувака, ты и должен был так поступить, потому что там, типа, это все правильно. Такая мамаша. То есть она хороша для того, чтобы сделать его королем Готэма, но плоха, как мать обычного человека. Вот. И здесь мне понравилось, как они обыграли безумие, что оно такое бытовое, что там, ничего-то... Это что, она детей, которые... У нее же много братьев здесь получается, и они явно умерли. Потому что она их, думаю, типа, дети в ванной играют, когда она таблетки не приняла. То есть у нее вполне себе такое обычное человеческое, а не психи, как в сериале «Готэм». Вот это мне прям здесь больше понравилось. Ну да, тут и кого что больше пугает. В этом сериале это больше немножечко бытового хоррора отсыпали, и больше реалистичности и в плане какой-то деменции ее, и в плане, ну вот как она пассивно-агрессивно с ним общается, это очень человечно достаточно, и может даже кому-то знакомо, может быть. Вот. А кого-то может действительно пугать вот те усиленные психопатичные отношения с, ну, из сериала «Готэм», которые были с матерью. Вот. Но вот вообще этот сериал, даже в отношениях с матерью, вот этот пингвин, он такой какой-то прям хороший. Он, обрати внимание, как много он танцует, и он сам говорит про то, что типа давай не унывать, а танцевать во второй серии. И меня радует, когда... Ну, то есть редко удается удачный драматичный персонаж, который интересный. А если это драматичный персонаж, который интересный, и он еще, знаешь, все равно выруливает в какой-то позитивный вайб такой. Ну, то есть мы сходим с ума, но типа весело. И интересно. Это прям хорошо. Это я прям вот... Нормальный человек должен драму, типа там, прожить, проплакать и все остальное. А он такой, типа... Мы уйдем в веселье, в эскапизм с помощью веселья. Типа, говорит, зачем? Вот грусти нет никакого смысла, мы там будем танцевать и все такое. Ну, это тоже не совсем здоровое, но более полезное для бандита.
Ну да, способ какой-то выживать. И он, в принципе, вот у этого пингвина последнего, у него такой стиль жизни на грани. То есть он этому мальцу втирает, ну, как положняк жизни, как устроен, что типа вот мы должны жрать землю, там, делать все приказы, несмотря ни на что, ценой собственной жизни, иначе. То есть повышает настолько контрастные ставки жизни, что либо вот ты умрешь и будешь вместе с ними в могиле, либо ты там все сделаешь и будешь танцевать. То есть вообще нет никаких полутонов, прям вот такой жестяк. И видно, что пингвину самому это нормально вот в этом жить. Это как будто его делает живым. Как будто он даже ищет такого, потому что его персонаж очень, ну как, не манипулятивный, но очень хорош вот в каких-то таких связках социальных, интригах. Он же интриган. И для него это действительно способ выживать, способ существовать. И вот как будто органично ему вполне вот такой настрой. Чуть-чуть не соглашусь, он очень манипулятивный. Да, он, ну да. Но я к Вот. тому, что он реально выбирает быть таким. Ему норму вот так вот жить, как будто бы. Ну, скорее всего, он по-другому бы и не знал никогда, и не умел, и не сможет. Еще параллель с комиксом, не сильно очевидная. У пингвина из комиксов было увлечение птицами. И вот он там подбирал больную птичку и выхаживал ее. И вот эта параллель с вот этим вот мелким преступником, которого он подобрал. Ты это так считал, да? Ну, это не только Мне я, то есть там просто... еще. ты прочитал еще что-то? Ну, я читал какие-то комиксы давно очень, еще когда смотрел сериал «Готэм», я это по памяти примерно помню. И в «Готэме», который «Готэм» сериал, «Пингвин», тоже сочувствовал, например, там, пацану, которого все обижали. Там, научил его Ну, там за кстати, себя было бы постоять. хорошо. Вот, так что как-то он любит этих там подбитых и раненых пташек подбирать беспризорных. Было бы хорошо, если бы он еще обращался к нему как-нибудь типа птенец или щегол, то есть на английском, я не знаю, это как было бы бёрди или как там ласково называют птичкой, не только парня, соответственно. Это бы, мне кажется, подсветило бы вот эту его сторону еще лучше, было бы более А как очевидно. его в переводе, как озвучили? Но Я он к не ним как-то помню. обращается так. А по-моему, он типа по имени обращается, то есть Не, он я его его и так имени не называл, увидела. типа парниша. Да? Ну, типа, ну, как бы да. Вот. Ну, то есть ассоциации с птицами в каких-то его кличках там, к сожалению, с мальчиком не было. Но он сам проговорил то, что ты мне напоминаешь меня, и мне кажется, он вот в лице этого парня еще раз проживает вот этот вот там какой-то свой период в детстве становления, только уже наследует его вот, ну, этот период вот этому новообретенному птенцу своему. И плюс мы вот с парнем смотрим, он мне сказал, что это на самом деле вдохновлено очень сильной историей из Бэтмена, потому что Бэтмен своего, одного из своих Робинов встретил, когда тот то же самое там воровал с машины. Что он там воровал? Покрышки или магнитолу, не помню. Короче, Робин что-то там пиздил с машины Бэтмена. И Бэтмен его таким образом подобрал и взял к себе, типа, на переобучение, воспитание, все такое. Вот. И здесь, видимо, вот с этой историей также решили войти в сериал. Так что, может Не, быть, ну это и еще вот этот грань. прикольная отсылка, спасибо. Вот это я не знал, потому что далеко не все комиксы читал вообще, и как бы DC-шные только. Да, то есть мне кажется, если, ну, шарить, то там наверняка и больше историй, которые взяты еще там не только из Пингвина, а в принципе вписаны Ну, были. Вот, ну, тут еще мы ждем, когда появится Загадочник, потому что очень интересно,
Я не смотрела, кто там в касте. У нас этот сериал продолжение Бэтмена, который мне не очень понравился. И, кстати, очень многие не стали смотреть «Пингвина», потому что им не понравился Бэтмен. А это они абсолютно разные. То есть вроде бы актер тот же самый играет, но у него не очень эпизодическая роль. А восприятие по-другому, и там какой-то откровенно более унылый Бэтмен. К Паттинсону никаких претензий нет, он хорошо сыграл. Просто как снят. Так. Вот. Его и не поругаешь, не похвалишь. И там был загадочник. Собственно, там злодей и загадочник. Нет, я сейчас говорю про... Да, а вот в сериал, вот сериал «Пингвин», мы же там тоже ждем загадочника еще. Как бы он определен уже в этой киновселенной. Я к тому, что он должен появиться вот-вот в каких-то сериях в этом сезоне. Ну, и, честно говоря, я не помню, был ли он... Его же хоть посадили там. Типа думаешь, он сбежит и все такое? Появится из Аркхэма. А, по-моему, он и появится из Аркхэма, потому что в Аркхэм там, по-моему, уже был какой-то заход. Вот. То есть ждем, что будет загадочник, потому что одного пингвина явно мало для успеха. Я очень сомневаюсь, что сюда впендюрят Бэтмена в любом виде. Бэтмена не будет 100%. Они сказали, что Бэтмен будет фоном и не будет одним действующим персонажем. Да, что-нибудь типа в последней серии самой конца сезона что-нибудь такое они сделают, чтобы как это хук поставить. Насколько я понял, они сказали, что Бэтмен будет типа там в заголовках новостей, в новостях еще что-то, сам актер там не появится вообще. Окей. Вот. Потому что я очень любила загадочника из сериала «Готэм», и хотя его там тоже в каких-то последних сезонах что-то вообще его там понесло куда-то не туда. С этой любовью, с этими отношениями, это уже хрень какая-то. Вот, поэтому ждем, помимо пингвина, короче, кто еще как проявит от себя. Вот, ну давай про самого Колина Фаррелла, может, что-нибудь скажем. Ну, во-первых, если бы я не знал, я бы не узнал его в этом гриме. А, во-вторых, он очень отлично сыграл. Там есть в первом эпизоде, есть момент, когда они едут на электричке. Там были сиденья для инвалидов. Они просто значок, что вот эти сиденья для инвалидов. И мне очень понравился их этот, как они обыграли, что они ни слова не сказали, он просто посмотрел и садиться туда не стал. Ну, типа все эмоции очень хорошо на нем отражаются, и вот даже с этим гримом очень хорошо видны эмоции от того момента, как он с Ма общается, как с его, ну, прихвостнем, как его сказать, подручным общается, и как он общался с младшим наследником этой мафиозной семьи. Да, слышала, что он сам жаловался много на этот грим и вообще ненавидит его. А у него температура поднималась на 1 градус, когда он в нем находился. Температура тела. То есть, по сути, ему было очень плохо, когда он был, и что-то несколько часов на него напялили каждый день. То есть, да, так себе. Но его сделано очень хорошо. Если бы это не делали какой-нибудь график, это было бы отвратительно. А когда грим и мехатроника все отлично сделано. Да, опыт чужого и субстанции показывает, что грим и все вот эти протезы – это лучше, чем CGI чаще всего. Так что одних глаз ему вполне достаточно, чтобы все эмоции сыграть, несмотря на весь грим и так далее. Да, мне еще понравилось, что он реально поменял свой тембр голоса. У него там своеобразный акцент. То есть, если ты смотрел Шугара и помнишь вот этот вот низкий, мягкий, бархатный голос, который всегда за кадром им говорит, и сравнишь с тем, как звучит пингвин, это настолько разные вообще
Понятное дело, что для актера это, наверное, норма, но когда вот так смотришь подряд практически одного актера в разных ролях, это, ну, очень контрастное звучание. Тут, конечно, большая работа и вообще респект ему за это все. Да, я бы не сказал, что норма. Голос менять и голос, поэтому это, ну, там довольно сложная вещь. А, небольшой офф-топ, например, некоторые не смотрят российские сериалы не потому, что они типа плохие, а потому что актеры невнятно говорят. Слушай, блин, я так хочу пожаловаться. Я посмотрела, но это не про сериал, «Майора Грома» недавно. И как там плохо все со звуком. Это ужас. Просто уволить надо. Я не из тех, кто, знаешь, мандит на звук, потому что там, не знаю, я какая-то особенная. Но вот именно в «Майоре Громе» это почему-то такой факап. Просто фильм невозможно смотреть. Я не знаю, что случилось с продакшеном. Все пропустили это. Но это правда очень важно. Это в цифровом варианте или в кино? Скачанные уже мы смотрели. Но это не экранка была, это, ну, нормальное качество было. Чуть ли не с Кинопоиска, по-моему, смотрели мы. То есть там сначала, знаешь, я думала, ну, может, актер так говорит, и такая манера какая-то, бубнежа тихая, но, оказывается, весь фильм такой. Это было так неприятно. То есть это вообще, ну, как бы закон, не знаю, мироздания. У тебя может быть картинка хуже, но звук должен быть в 100 раз лучше. То есть, короче, ладно, вернемся к Колину Фаррелу. Ну, здесь претензий к звуку, как игре актеров, у меня вообще нет. И про игру актеров, вот второй персонаж, который мне понравился, а заранее он мне не понравился, я думал, типа, какой-нибудь вот сделают опять... Diversity и все такое, это София Фальконе. Она отлично получилась. И у них паря отлично получается играть, и вот эпизод, когда она позвала его на обед, ужин или еще что-нибудь, они там пили грязный мартини. Да-да-да. Забавно, что, возможно, выбор напитка был потому, что это новая классика, и грязный мартини... Здесь как отсылка к тому, что оба персонажа эти поехавшие. Грязные. А, да? А я думала, что потому что чувствует ложь в его словах. Типа грязь чувствует. Ну, ну можно и так трактовать. Вот, они там, она заказывала грязный мартини, это там один из новой классики в коктейлях. Угу. Вот. Mm-hmm. А вот, слушай, просто ты, если знаком с оригинальной Софией, она действительно вот такая? Оригинальная София в комиксах — это Амбал. А-а-а. Ну, это я прочитал, я не помню. Ну да, она типа-то огромная такая, мощная. Ну, она женщина. Валькирия. Типа. Да, женщина. Блин, а почему они здесь решили на женственности сыграть? А, может быть, для контраста? Ну, потому что небольшая женщина, которая мочит женщин, и психически вызывает больше, ну, недопонимания и типа контраста, чем какая-то амбалша, которая просто кого-то завалила, типа там какой-то типичный гангстер. У меня тут вопросы к ней на самом деле, потому что нам вторую серию подряд рассказывают, как... Ну, то есть для меня София персонаж новый. Ну, я не знакома с предысторией там именно ее. И вот мне вторую серию подряд рассказывают, что она палач, она маньяк, она крошит, причем крошит почему-то женщин, как я поняла, не мужчин, угу. Налево-направо. И... пока ни одного ее проявления такого было незаметно. Ну, то есть я пока не верю по Станиславскому, какой она там маньяк. Ее вылечили? Глазами. Ну, типа, окей, ну, то есть пока никаких связок с вот этим вот, там, не знаю, прошлым или что, в ней что-то осталось такого. Короче, ничего маньячного я пока в ней не вижу, кроме того, что она такая вся драматичная дама, которую скинули с пьедестала властные патриархальные мужики, и вот она живет своей местью сейчас. То есть обиженная женщина, грубо говоря.
Вот. Пока палачом я ее, правда, не вижу. Хотя хотелось бы. Она, ее же, типа, выпустили из Архама официально. Типа, ее вроде как вылечил. Влюбленный явно в нее психиатр. Он же шустрый сынов анархии. И момент, когда ее кузина подходила с дочкой, племянницей, она, кузина, почему-то там включила страх и заднюю, когда она там стала общаться с дочкой. А сама такая, типа, давай поедем в Италию, давай разглядываться, а потом вспомнила, ой, это же кучу женщин поубивала. Угу. Второй серии. Да, я заметила, это, кстати, знаешь, что мне напомнило? Ты же смотрел «Убивая Еву»? Не все, но первый пиль 2 или один сезон, да, смотрел. Мне кажется, это в первых сезонах было. Короче, параллель такая, что тоже вот женский главный персонаж, которая маньячка, которая всех крошит, неважно, женщин, мужчин, ей вообще пофигу. И тоже встреча с ребенком происходит, только она просто в магазине идет мимо ребенка, который ест мороженое, маленькая девочка красивая, и там опрокидывает то ли тарелку, то ли так, чтобы, короче, мороженое упало, и ребенок испачкал. Ну, короче, пакость делает небольшую, и потом хихикая уходит. То есть вроде бы черты, ну, прям маньячки не прослеживаются, но такая игривая какая-то женская хулиганистость прокатывает, и это мило, смешно, забавно. А здесь она просто мрачно что-то там ребенку пробубнила, что типа вот девочкам в этой семье бывает лучше не рождаться, что-то такое, и все. Ну, чё к чему, ну ладно. Ну, короче, на меня это как-то не сработало, к сожалению. Это типа обида на то, что... Это обида на то, что ее по пьедесталу власти отправили, и типа никаким образом она не может управлять семье. А, и здесь, по-моему... Можно начать неизбежное сравнение с «Сопрано». Я так понимаю, ты его не смотрела? Да, я не смотрела, но все вокруг говорят, что это прям оно. Без спойлеров, одно из сравнений – это управление женщинами бригадой или семьи. И в «Сопрано» никому из них, ну, в общем, никто не воспринимал женщину как главную. Ну, типа там... Природно невозможно такое. И как бы там они были, кто там был, была капитанша и была одна из босс. Но там не самые хорошие варианты. И здесь тоже как-то так же получится. Ага. Потому что... Тоже никто не пытался женщинам помочь из-под тяжка? Наоборот, в открытую гадили. То есть все так однозначно. Я просто вспоминаю еще сериал про этого, господи, колумбийского наркоторговца. Пабло Эскобар? Точно, вот. И это, ну, тоже условно гангстеры, мафия, да? У него тоже... Не-не-не-не-не-не-не. Это две разницы. Ну, как бы то мафиози, у них есть четкие правила, они живут по ним, по понятиям, и там Сопрано будет постоянное понятие, ну, местные понятия, а картели у них свое другое. У них там женщины, ну, там более жестокие женщины в картеле. Ну, вот, я хотела сказать, что там... К женщинам тоже как бы отношения не очень, но там женщины сами могут быть с яйцами, а если они, ну, без яиц, грубо говоря, как в качестве жены, то они настолько обожаемые вот своим вот этим Пабло Эскобаром были. То есть для него жена — это было самое святое. Упаси Господи, чтобы кто-нибудь ее пальцем тронул. Там просто бездна должна была развергнуться. То есть это как бы нивелировало вот то, что она вроде как в общественном поле никто, но в личном поле она богиня. Вот. И, ну, жаль, конечно, что вот там в «Пингвине» и прочем женщина совсем-совсем никто. И там и сям получается. Ну, им надо себя ставить, но как бы главное она вряд ли будет, а так
В реальном мире вполне себе в криминальных кругах женщины есть жестокие. Они были и там в криминальных кругах того, что потом в УПГ вылилось из Советского Союза и были у мафиози, если занимали какие-то посты, то вряд ли это было распространенным явлением. Просто капо – это мужик. Там и капо отвечает за все. И здесь мне очень не понравилось Фальконе же семей, да? Да. Вот. Вот эти главные Фальконы, они какие-то... Кроме одного, который застрелил, собственно, там этого, типа, убийцу брата, как бы, как будто вот он более-менее, а остальные они какие-то очень мягкие. Да, слушай, мне кажется, и те, и другие пока какие-то, ну, не очень. Я сейчас посмотрел каст. В общем, загадочника, скорее всего, не будет, потому что у него нету в его фильмографии нету пингвина, и нету в актерах нету загадочника. То есть, скорее всего, загадочника просто будет фоном ругать, какой он плохой человек, и город попортил, и кучу всего сделал. Но там я удивился одному актеру. Один из Фальконе будет, если я не путаю, это очень прикольный актер. А, которого еще не появлялся он? Марк Стронг. Кармини Фальконе. Рок-н-ролльщик, он там играл одну из главных ролей. Лысенький такой актер. О, не, лысых я не запоминаю. Ну ладно, я поверю. Но, слушай, мне тут нравится, если мы говорим про членов семьи из «Карточного домика». Смотрел же «Карточный домик»? Нет, он у меня в отложенных, я так до него не добрался. Что? Я и «Карточный домик» не смотрел. И «Бумажный дом» еще не смотрел. Ну, «Бумажный дом», ладно, но «Карточный дом», господи, это же святая святых, как... Ладно, в общем, из «Карточного домика» персонаж там тоже один играет. Ну, ладно, тогда не важно. В чат кинул это. Ну я поняла. Это карточка. Да. Вот. Еще одно, пока помню, сравнение с... «Пингвина Сопрано». Здесь я тебе небольшой спойлер дам. В общем, там есть, где на пингвина нападают, когда он машину оставил, и они там потасовку пошли, где он освежителем воздуха заколол одного из мафиози. Позже, пока Сопрано из панвейдеров бил на Я про
Ну, как хорошо играла, и, конечно, немного бредовый, но вполне себе смотрится, и даже начало второго сезона вполне было интересно смотреть. Забавно, что момент такой есть в Сопрано, есть он в Талсе. Они не помогают тем, кто попал в тюрьму. То есть, если кто-то из семьи в тюрьме, то, типа, там, сам дурак попался, там, ну, там они могут навещать, еще что-то сделать, но это сильно отличается, например, от наших ОПГ. Там по-другому все устроено. И вот у них как бы там сам, почти сам по себе, и там они объединяются с итальянцами, понятное дело, но вот никто с земли не подогревает. Подожди, а ты не веришь вот в этот полувоспоминание Софии, или это полубред был, когда она воображала, что брат к ней на свиданку пришел? Не, брат к ней ходил каждый раз, брат ее поддерживал, и у них такие отношения, типа брат ходил 100%. Но это у них более близкие отношения, то есть к ней не ходил никто из дядек и так далее, не откупился, не вытащил ее и все остальное. Не, Аркам — это особая тюрьма, там же тюрьма для психов. Ну да. Посмотрим, как здесь будет. Чтобы контраст сильнее задрать отношений, чтобы... Действительно был прецедент, что вот брошенная всеми свою месть сотворила. Ну, да. Mm-hmm. В принципе, да. Ну, и у них отношения типа нормальные брат и сестрой были, ну, как бы ненормальные, но хорошо поддерживаемые. А у этого с матерью. И при этом, когда они общались, там, в самой первой серии, и он там высмеивал идеала пингвина. Очень хорошо они столкнулись, и как он хотел для себя, то есть пингвин же у нас получается тщеславный. Mm-hmm. То есть вполне себе хотел всякую славу. Так что будет прикольно посмотреть, как он забирается с помощью манипуляций и всего остального. Ну да, причем тут смешно. Ну, мне нравится, что драматургия выстроена так, что всегда он по грани ходит. То есть еще в Рипли тоже был тоже такой же напряженный момент, когда вот еще чуть-чуть шаг в сторону, не знаю, лезвие в бок, и все полетит уже. Будет однозначно как-то решено там, либо он умрет, либо кто-нибудь там вообще не выживет. Вот. И тут вот прям сохраняют они вот это вот осторожное хождение по жердочке, вокруг взрывы, вроде все. Ну, в общем, хорошо они продумали вот эту часть, и в плане манипуляций, что пингвин такой, как это, суетолог. Вот. Благодаря этому смотреть интересно, и мое почтение, что они делают сериал не полностью драматичным, а тоже с элементами какими-то, ну, комедии. Ну, в общем, он такой неунывающий гангстер. Такой, типа, да, и все, и заебись будет. Вот. И вот это настроение, конечно, передается, и за это спасибо, конечно, сериалу. Вот. Потому что мрачных триллеров хватает, а вот чего-нибудь такого интересненького, даже веселенького, не так уж и много. Ну и красиво снято, конечно, да, в принципе. Да, сняли они хорошо, и понравилось, как они обыграли фиолетовый цвет.
То есть не в комиксах, а более какой-то за тавтологию, извиняюсь, комиксная. А здесь они костюмы ему продумали, которые там фиолетовые и так далее. Не знаю, правда, почему назвали их шикарными. И типа дорогими, он же сам себе их покупает. И там машинку сделали его фиолетовую, а, цвета сливы. Ну, он такой, как это называется, мужчина, который любит модничать. Пижон. Вот что-то пижонистое в нем точно есть, несмотря на его уродство. То есть он вроде такой жиртрез, но, извини меня, в кожаном плаще все красавчиками будут, даже жиртресты, если что. Вот. У него машинка такая здоровенная, но симпапулишная. И вот вроде бы весь такой неотесанный, но вот какой-то такой юркий все равно. Вот. И это, конечно, объем персонажа. Да, он причем реально человечный, то есть... Он и романтичный даже в каком-то смысле. Там. И какое отношение к женщине, вот хочу подчеркнуть, к проституткам вот этим, да? Какие долгосрочные партнерские отношения выстроены с проститутками? Да, они падшие женщины, но уважение можно как бы тоже. Вот, пожалуйста. И не жадный тоже плюс. Девочки, записываем себе. Как бы... Ну, он-то... Не, я про то, что он с расчетом на будущее, то есть это для него вложение. То есть вот эти девушки — это вложение, клуб — вложение. А, там подогреть кого-то деньгами — это вложение. Он больше потом получит. А, Тони Сопрано в... Сопрано постоянно давал взятки или еще что-нибудь, постоянно кого-то подмазывал. Ты там прям регулярно был. Тут тоже есть такое. Но это, в принципе, логично и там, и там. И он же все, что забрал у младшего этого Фалькона, который наркоман, он все использовал для собственного продвижения. И алмазы, и перстень. Ну, безделушка только маме подарил. Очень дорогая. Практически безотходное производство. Ну да, он, конечно, одержим вот этим вот достигаторством своим, потому что, с одной стороны, мамаша подпинывает, с другой стороны, из грязи в князи надо уже хоть по головам как-то вылезти. То есть, ну, мотив вполне как бы понятный. Вот. Ну, я, может, зря очаровываюсь его такой душевностью, и потом выяснится, что ему вообще на всех насрать, и на мальца тоже насрать, и даже если этот малец умрет под пулей, там, неважно чей. Но пока мне приятен очень персонаж. Не знаю, будет ли он делать или так, или нет, но одной из чертой было, что он подбирал кого-то, а этот человек вылечился, вставал, потом между ними было... Противоборство, как бы он не сам его убьет. Ну, то есть ему будет его жалко, там он, скорее всего, искренне захочет с ним подняться, еще что-то, но потом может случиться, что ему придется его слить или убить, и вполне может это сделать. То есть противоречивая черта. А мы знаем, как Пингвин умер в комиксах? Он вообще умер? Это я не знаю. Или он из серии вечно воскрешающихся? Да, вот я тоже не знаю, просто как они в этом сериале, но просто тоже интересно. Ну, ладно. Если я не ошибаюсь, его продлили уже на второй сезон. А, да? Ну, значит, вроде да. Долго здравствовать будет. Блин, ну тогда во втором сезоне они должны хоть кого-нибудь вывести еще, мне кажется. Ну, посмотрим. Они-то его продлили, могут-то и отменить. Ну да. Так как что, неизвестно. И да. Про, про его мончество. В комиксах он тоже одевался там, типа, в эти смокинги и так далее. То есть везде был какой-то его толстый,
Романогий, какое-то воровство есть, там, Монокль, ну, а остальное там, типа, Монокль, Смокинг и выделяться, и такое, то есть, и красивый, и страшный одновременно. Ну, вот знаешь, я сейчас думаю, там вообще, как бы, у каждого из злодеев есть свой стайл, то есть у Джокера, кстати, тоже фиолетовый у Джокера есть, только еще у него фиолетово-зеленый сочетание, вот. Значит, у загадочника тоже вот зеленого много в основном. И загадочник тоже вообще-то на стиле своеобразном. И пингвин на стиле. То есть они вообще там как бы все такие ребята хорошенькие. Вот загадочник в этой киновселенной мне вообще не понравился. Который вот с Бэтмена. Который в Готэме был в сериале? Не который в Готэме. Который в Бэтмене, который предыстория сериала «Пингвин». А, который Паттисон был? Нет, нет, ну там загадочник, это про вот про фильм, да. Так. И он как-то и какой-то он не загадочный. Какой-то он просто психопат, такой максимально обычный и не харизматичный. Который был просто выходил в тряпках. Ну, да, да, да. Лицом, да? Все, поняла. Да. Ну да, его там показывали, но совсем чуть-чуть, и такой крейзи, крызанутый. Ну, как бы... Но мне просто из Готэма очень нравится загадочник. Ну да, там прикольный, да, загадочник. Ну, маска у этого загадочника, она, по-моему, отсылает к тому, что он то ли... Он надышался испарений, по-моему, да? И что-то такое... Блин, я уже не помню, если честно. Ну, почему? И я не тоже что-то не помню его. Он надышался... А, нет, там же... Нет, это я спугала, наверное, путаю, которому мерещится... Чуваку, которому мерещилось... Это Пугало из киновселенной, где Джокер этот... С первого. Бэтмен начало. Это другая... Все, другая вселенная. Все, да, другая киновселенная, и там Пугало же играл наш этот симпатичный актер такой, ирландец, который недавно Оскара получил за физика-ядерщик. Почему я забываю фамилии? Да. Ладно, неважно. Да. Томас Шелби и Киллиан Мёрфи. Вот. Киллиан Мёрфи играл там. И там он там надышался. Угу. Да, вот. Ну, ладно. Быстренько залив в Википедию, у смерти пингвина здесь нет, иначе бы точно про нее написали. Вполне возможно, в комиксах он и не умирал. Ну, хорошо. Просто стравливал две семьи между собой. Ладно, про пингвина тогда мы заканчиваем, да? Угу. Чтобы нам еще успеть извне обсудить тогда. Да, давай коротенько его обсудим. Ждем с новой серии пингвина с удовольствием. Вот, извне. Я всю серию вспоминала, о чем вообще было. А там же в начале серии накидывали... что там было раньше. Я не все, конечно, накидали, не все вспомнил. Но я вспомнил главную претензию всех людей к этому сериалу. Они очень часто заворачивают драму и забывают, что у них должны быть какие-то действия. А, ну то, что в серии ничего не происходит, ты про это? Да, да, да. Угу. Ну, и да, вот они... к сожалению, страданий очень много, а сделано очень мало. Просто вот эта хорошая задумка, хорошая вот максимальная, что там к этим монстрам, что они на глазах убили азиатку, ты там за нее переживаешь, потому что он такой добрый, хороший персонаж, и там вот заодно там поломать негра, этого шерифа и все остальное, и все по-разному переживают ее смерть. Понятно, что для их поселения это там большая утрата, но они очень много времени на это потратили. И вот этот момент, что пацан такой, я пойду их сжигать, такой, типа, не нужно их сжигать. Ты чё? Нужно их там разведывать.
Ну, пойдите. А первую серию они что-то ходили туда-сюда с урожаем, еще с чем-то выясняли. И только в конце они действия добавили. То есть понятно, что в сериале больше всего интересен сам факт исследования вот этого лора вселенной. Что произошло? Какие действия делать можно, какие нельзя. То есть вот именно вот это вот все познание бытия, назовем это так. Вот. И даже ошибки, которые там делают персонажи, особенно вот этот вот ниггер-шериф, они важны, конечно же, потому что без ошибок мы не понимаем, как вообще действовать. Но я, честно говорю, проматывала все вот эти вот завывания, вот эти вот переживания, обнимашечки, сопнушечки, вот это все пошло, оно нафиг. Вот. Из этого много мотало. Но немножечко мы продвинулись в том, что подозреваем, что беременная больна, она больна и беременна не ребенком, да, из очевидного. Помнишь, ну, пока у нее есть, кучерявая. Да. Единственная беременная на всю деревню, там сложно не заметить. Ну, это проявление вот это то, что ты ешь несъедобное. Она же там гнилые овощи ела в конце, да, есть такое там. И вполне возможно то, что там у нее проблемы со здоровьем, это не от того, что она ничего не ела, и авитаминоз и все остальное, а то, что там у нас новый омен. Да, мне это напомнило из недавнего, я вот американскую историю ужасов все смотрю по мере выхода новых сезонов. Да, я тот человек, который до сих пор ее смотрит. Вот, и последний сезон был про ужасы беременности и родов, в принципе. То есть кошмар вот личной женщины с вот этими всеми событиями. И там был момент, когда вот сама беременная, она тоже пугалась, что, скорее всего, в ней сидит кто-то не тот, какой-то демон, потому что она, ее тянет есть гниль, буквально там трупы животных. Я вот, когда читаю про вот извне трактовки, а что вообще в сериале происходит, потому что он очень похож на типичные сериалы про то, что вот мы всей компанией очутились в аду, и мы давно мертвы, или мы в каком-то лимбе на самом деле, или мы уже призраки, и вот у нас есть тоненькая связь с живым миром, а вот то, что все мы переживаем, это, грубо говоря, наш личный ад. Вот. Я все пытаюсь понять, если это личный ад, то зачем столько испытаний, столько нагромождений каких-то? А может быть, это не личный ад, а все-таки их какая-то условная параллельная вселенная и все-таки жизнь? Тогда это больше похоже, грубо говоря, метафору того, что беременная ест продукты, которые не предназначены для еды, она в жизни тоже имеет место быть, только беременные, конечно, не гнилые овощи, там фрукты едят, но могут внезапно захотеть что-то нетипичное там, из-за недостатка витаминов, там еще чего-то. То есть это просто гипертрофированный такой прием. Вот. И я пока склоняюсь к тому, что все-таки параллельная какая-то вселенная реальность, чем их личный ад, где они, скорее всего, мертвы, как думают в комментариях на мои шоу. А чем параллельная вселенная отличается от лимба? Потому что у них они могут вернуться домой. Но в мифологии различных этих у нас некоторые возвращались из лимба. Выйти из ада проведем, на определенных условиях. Не проведем параллель с российским сериалом. На удивление. В общем, там есть у нас сериал, тогда не буду говорить название, и там герои попадают в загробный мир, и с ними есть шаман, и шаман может водить их на ту или другую сторону. Оно здесь есть избранное, которое вышло обратно в мир. Да. Но в параллельной вселенной над тобой не... Ну как,
когда, если ты умер, ты, грубо говоря, за все свои там грехи, не знаю, за что, ну, ты страдаешь прям. Ты вот эти испытания с тобой, они случаются и там не случайно, а намеренно. Вот. А в параллельной вселенной для меня, ну, ты можешь попасть в неприятности, можешь не попасть, как в сериале с этими кубами, помнишь? Темная материя, которая... Вот. То есть с ним там могло случиться что-то плохое, а могло вообще-то все да и хорошее было. Ну, то есть это не настолько релевантно. В аду ты проходишь прям как бы это... Погоди, максимальное смотри. Дно. Поспорю с тобой. Нет. В христианской вариации есть два как бы пересадочных станции. Лимба и чистилище. Чистилище — это для тех, кто потом в ад пойдет, а лимба — для тех, кто свои грехи отмолит и уйдет в рай. Ну, или не отмолит. И здесь они неизвестно куда попадают. И в конце вот этому мужику семейному звонил умерший сын. Обман ли этой местности или он правда там был, мы не знаем. Поэтому как-то со смертью связано. Мое предположение про первый сезон и второй было, что вот эти чудовища — это те, кто так. Грешные. Так, подожди, но все еще есть того, что они будут заражать вот живых, и как, то есть живые тоже могут со временем стать, перейти в разряд грешников? Угу. А ребенок рождается уже... Ну, да, человек рождается грешником, это правда. Ну... Это если здесь христианской версии взята за основу, а не какая-то другая. Потому что у нас есть схожие фильмы, это «Сосны» и «Узник». Угу. И там тоже какой-то да. непонятный, вот, то ли параллельный, то еще что-то. А в «Соснах» ты не помнишь, как закончилось? Я досмотрела, но помню, я... отвратительно. Там как-то они вышли, они все в каком-то подвале, я помню, в конце собрались, и... Чё вообще? И, блин, я уже не помню, чем там закончилось. Смертью. Они вышли из реальности или не вышли? Не, они выяснили, где, что... Так, ну, Иван, а ты да, смотришь или будешь смотреть «Сосны»? Привет. Бред. Нет, я не собираюсь, спасибо. В общем, в «Соснах» они... Это было не 20 век, это было уже будущее после местного постапокалипсиса, где они там заправлял местные какие-то там семейка. И эта семейка в конце там умерла. Все. Будущее. Окей. Ну, то есть это вариант какой-то, который всем не понравился, да, все такие. Типа того, и такие. Мы забудем, короче, версия нам не нравится отвратительно. Да, как все хорошо начиналось. А вот мне, блин, я еще вот помню тоже сериал, кстати, Шьямалана, которого все не любят, про няню, которая устроилась в семью ухаживать за ребенком. Ты, наверное, не смотрел, потому что, наверное, ты тоже не любишь Шьямалана. Вот. Ну, короче, там все... Я забыла, как он называется. Но мы наверняка обсуждали его в чате сто пудов. Не факт. Короче, там... Дом с прислугой, что называется? Няня... Да, да, «Дом с прислугой». Он мне, кстати, понравился, потому что он по настроению близок к «Соснам» был. То есть приходит вот странная девочка по объявлению у молодой пары вот младенец есть, и она за ним присматривает, ухаживает. И с каждым днем все больше странностей происходит в доме, происходят странности с ней, странности с ребенком. Чаще всего это вид повествования ведется от лица, как взгляда матери вот этого ребенка, как она начинает не доверять вот этой вот прислуге. Периодически, наоборот, все переворачивается вверх дном, что прислуга самая вообще нормальная, адекватная, милая девочка, а монстры на самом деле они. Потом там со стороны охуевающего мужа, что вообще все бабы там с ума сошли.
Вот. И доходит до того, что это чуть ли не какая-то черная магия, потому что все зло, которое происходит, происходит именно в доме. Когда вот эта вот прислуга вступает в этот дом. И она там всех сосвету заживает, кроме вот этого ребенка. Потом выясняется, ну ладно, не буду главный твист говорить, вдруг кто-то захочет смотреть. Главный твист с ребенком вообще там. Вот. И там тоже все гадали, типа, это, скорее всего, как будто бы какой-то ад или какое-то испытание для этой пары семейной, потому что, ну, невозможно все это переживать, вот как будто у тебя не один плохой день, а день за днем и в течение нескольких месяцев у тебя плохие дни, и они не заканчиваются, вплоть до мистики, до магии какой-то, до сумасхождения. Вот. И чаще всего это версия, что вот действительно люди попали в ад и умерли, и вообще так жить нельзя. Короче, я не знаю, чем закончится извне, очень надеюсь, что не тупо, как сосны. Но я пока думаю, что они просто в параллельной вселенной, и они не умерли. Но звонок мальчика, который давно умер, я все-таки думаю, что это искажение вот именно вот этого пространства-времени очередное, и это... Мальчик мертв, на самом деле, давно. Он давно умер. Ну, посмотрим. Да, в младенчестве. И, короче, что их запутывает само окружение. Вот, с ними играет вот эту шутку какую-то. Или с их сознанием, в общем, не знаю. Но действительно хочется больше движу уже, потому что чуть-чуть они продвинулись, показали, что вот эти ебаки на самом деле хитрые, что они не тупые вампиры, а... могут в стратегию внезапно, да, в отличие от живых людей, которые не умеют стратегии строить. Вот, это, конечно, смешно было. Ну, они как-то играют с ними явно, потому что они вполне могли всех поубивать. И шериф, и всех остальных, они прям явно с ними играли. А Шьямалан, еще один автоп, мне вполне нравятся его фильмы. Не все, вот «Время» мне не понравилось. Ну да, он такой слабенький. Ну, если ты этот «Дом с прислугой» соберешься смотреть, там тоже много филлерных серий, где почти ничего не происходит, но я просто люблю атмосферу таких вот триллеров, где непонятно, что к чему вообще. Вот, загадочных. Ну, я отложил, спасибо, я отложил их там, вам посмотреть позже. Да, почему-то интереснее... Нет, еще «За ловушку» не смотрел. Мне интереснее было наблюдать, а в первом сезоне она бесила немножко, это жена семейного чувака, которая здесь избранной стала. Вот это вот перемещение по миру, реальному общение, общение с отцом этого. Ага, а почему это бесило? Ты как она, типа, мужик там что-то пытается сделать, а там начинает мозги ему строить, насколько я помню. Мешается, ну, понятно. Там вот художник был прикольный, и кто-то вот, когда они что-то действуют, то они прям нормальные. Что они вот собирали радио, чтобы еще что-то сделать. Они так и сделают, не получилось, они устраивают истерику. Ну, это нормальная человеческая реакция, но такой, типа, блин, давайте дальше, вас там скоро убьют, а вы тут истерики устраиваете. И еще мне как бы хочется узнать, откуда они эти знаки взяли, которые там не дают в дома заходить? Да вообще как бы много вопросов про вот эти паучьи гнезда или что там с пауками было связано. Тоже как бы, ну, много вопросов по физике мира, которые так и не раскрыты нам. По магическому реализму мира. Да, да. Но мне кажется, знаешь, вот эти все приколы со звонком с того света, с какими-то внезапно новыми правилами игры, как этот мир существует, они намекают, наверное, на то, что ты до конца рационально ты этот мир до конца не сможешь познать. И не пытайся, ты будешь обламываться периодически, как с вот этим. Откуда электричество? Давайте все провода вскроем. Нихуя не поняли, откуда электричество, хотя вот раз звонок и поступил на телефон нам, да? Вот. То есть, ну, мне кажется, вот это вот рационализаторство, их все время будет обламывать, и надо по-другому
Ну, не то, что карты Таро раскладывать, знаешь, но что-то другое совсем пробовать уже. Ну, все же, по-моему, в мирах должна быть какая-то логика, даже если не магический реализм. То есть мы должны знать, что типа там, если ты кладешь три камня, то там можно спокойно ночевать. Если и ты... Есть ожидания, ты знаешь, типа там, о, камень забыли или камень украли, там что-то случится. Ты должен знать какие-то правила мира, которые должны работать, и какие-то оп, не сработали для тебя. О, неожиданно, и ты понимаешь, почему неожиданно. А тут такой звонок с другого света, ладно. Электричество из ниоткуда, ладно. И когда они типа накидываются, такой, ну, у нас же мир необычный, ну и ладно. То есть у тебя нет ожиданий, и то есть ты такой... Нет такого, что там, как же так, или такой, ну да, у нас же необычный мир. Поэтому вот этот вот, если они все время так будут делать, имхо чуть-чуть неправильно. Ну, их вариант, но мне такое бы не совсем понравился. Как бы у нас есть действующие законы мира, вот эти знаки, то, что они только ночью приходят, и еще что-то. И вот когда они сильно начнут менять, станет скучно. Ну да, просто почва из-под ног уйдет у какого-то понимания хотя бы. Так у нас вот есть символические привязки к тому, что они как вампиры, там условно, что они там погрызаются в тебя, да, и что они как, кто там, вурдалаки ночью ходят. Ну, короче, вот какие-то такие архетипы истории, да? Упыри, ну, да, вот. И с этими камнями тоже, как от кого там камнями условно защищались. Ну, в общем, какая-то такая архетипичная старая история из мифов и легенд, чего-то там, это окей. Вот, да, но тема с электричеством, внезапно работающим, внезапно не работающим, блин, ну, если мы лезем в эту историю, то действительно дайте нам больше как бы понимания или наоборот. То есть расставлено много акцентов, непонятно... Обращать на это внимание или нет, это закрытая линия или будет продолжаться, пока вот, да. Будем смотреть дальше. Ну, пока начало, короче, если проматывать сопли, вполне себе интересно и ждешь продолжения. Да, да. А, напоследок скажу, мне понравилась речь поварихи. Ну, или кто она там, вот этой вот толстой женщины, которая нигера, шерифа в порядок приводила словесной оплюхой про то, что вот ты типа переживаешь, ты переживаешь за скот, а надо переживать за людей. Типа, ну, прикинь по фактам, сколько полезного действия из твоего действия вышло и сколько бесполезного вышло. Ну, то есть, я такая, блин, классно так думать, даже в стрессовой ситуации уметь. Ну, это она задней мыслью сказала. Если бы она была там, она так же бегала бы за коровами. Абсолютно точно, да. Но такое, знаешь, отрезвляющее немножечко от своих страданий. Вот, ну, ладно. И коровы, у них были их шансом выжить хоть каким-то, и как бы в реальности как бы, ну, точно так же это и работает. Да. Но, знаешь, в комментах на MyShows сказали, что зря они там порадовались, что нашли урожай где-то на озере, потому что близится зима, и все там у них замерзнет, вся земля. А, подожди, момент такой, я понимаю, у них до этого зимы вообще не было. Ну, видимо, не было. У них не было смены климата там, а это типа им оплюхи от местного мироздания дали. Поэтому не что знаю. Там будет с урожаем и так далее, непонятно. Ну, в принципе, по нему мы вроде все обсудили. Да. Давай тогда напоследок о мистере Роботе. Я его давно смотрел и пересматривал. Вот. А так, я так понимаю, только начала. Я еще, да, не до конца... Я, знаешь, досмотрела сейчас до какого момента. До момента, это, по-моему, второй сезон, где главный герой все пиздится со своим внутренним этим мистером роботом на тему, как от него избавиться, пока не понимает. И у него случился передоз Адеролом. Он пытался от него избавиться через передоз вот этими наркотиками. Выблевал их, потом свою блевоту начал есть. Вот все.
И, к сожалению, вот те самые серии, в которых тоже для меня ничего не происходит, кроме там редких совсем моментов. Ну, и ФБРша уже нашла их укрытие, F-Society, вот этот гараж. ФБРша, которая ходит по следам мистера робота. Вот, ну, в общем, в целом персонаж как бы такой интересный, конечно, такой шиз, антикапиталист, антиглобалист, очень близкая история к Infinite Doc, когда мы читали книги про капитализм, вот, но когда смотришь на это все со стороны, понимаешь, что эта история, она не настолько, ну, как сказать, все вот эти манифесты прямолинейные в жизни, они не то чтобы сильно устойчивые. То есть да, мы против там глобальных корпораций, которые управляют всем миром, против всех этих богачей, чиновников, и вообще пусть всем спишут долги, свобода, равенство, вот это все, но мир, к сожалению, немножечко не так работает. И неравенство тоже будет всегда. Вот. И мне пока самым интересным кажется... даже не линия выпизживания мистера робота из самого мистера робота, а жизнь блондинки, которая переметнулась на сторону зла, которая сначала боролась со злом, потому что ее папаню отравили отходами вот эта корпорация зла. А теперь она сама стала злом, вступила в их ряды, получая зарплату, покупает новые туфли после того, как там... в прошлой серии на эти туфли пролилась кровь там ее коллеги, и уже такая, и вот ей в последней серии, которую я смотрела, делали предложение, типа, вот ты можешь выдать весь компромат на всех этих прекрасных людей, которые приняли решение убить твоего отца в свое время, а можешь, типа, не выдавать и дальше с нами работать. И она такая, ну, вероятнее всего, будет дальше работать с ними. Короче, как... прогнулась под собственными принципами. А потому что она больше похожа на обычного человека, который бы и поступал как обычный человек, поэтому она кажется ближе и интереснее, и у нее там как бы дилемма, там месть за отца, ее там личные проблемы, разборки, все остальное. А вот эти активисты кажутся очень наивными и по факту наивные. Ну да, это такой очень подростковый вайб протеста, то есть он важен, ну, знаешь... ну, он не подростковый. Плох тот, кто в 20 лет не был революционером, и плох тот, кто в 40 хочет быть революционером, условно говоря. Ну... потому что это очень сложная система противовесов. Ты не можешь быть за вот одно вот это вот все и не чувствовать каких-то последствий от своих действий. То есть ты не можешь мир на земле установить и сделать все хорошее против всего плохого. Это не так. Вот я жду, когда им дадут уже пизды за это все. Не от лица ФБР, а в принципе от того, что, ну, не бывает все вот так вот. По волшебному. Там все будет. Там все будет, там никаких наивностей нет. Ну, то есть какие-то есть, но все равно там все получат заслуженное. Этот сериал за вот этого шиза? Мне сестра... так, я ничего не проспойлерю. Ну, я знаю, да, что это сестра его. Да, короче, мне и сестра его понравилась, и блондинка понравилась. А еще там несколько персонажей, там интересные персонажи, вот шиза, и не забыл этот клишированный способ рассказывания, когда у тебя недостоверный источник, то есть то, что там было, и то, что на самом деле, это две большие разницы. Ненадежный рассказчик. Ненадежный рассказчик, спасибо. Вот, короче, здесь же очень часто используется ненадежный рассказчик из-за того, что вот этот вот человек. И вот чувство справедливости мне отзывается в главном герое, и понимаю, что логически оно так не работает. Эти вот диски, которые он записывает, когда он разбирается с всякими плохими людьми, вот это оно, да, у меня... я понимаю, что это условно сказка и фантастика в этом плане. То есть, ну, не настоящая сказка-фантастика, а как бы этот...
Но здесь она работает, поэтому мне вот эта часть нравится. Ну вот и... с этими дисками я все жду, кстати, когда они сработают, потому что обычно, когда условный серийник сохраняет себе трофеи от всех жертв, тут, конечно, не то чтобы прям жертвы, но в каком смысле жертвы, и это тоже трофеи его личные, то они должны когда-то сыграть ему злую шутку. Вот, это определенно произойдет. Хоть они там и зашифрованы все, но это же ружье подвешенное, мне кажется. Я не помню, все ли там ружья сыграют. И мне актер очень нравится. Мне он понравился, начиная с «Братьев по оружию». Ну, актер... Блин, он для меня, знаешь, похож на вот этого ящера, владельца Фейсбука. Вот чисто какая-то внешняя... Ну, не прям... внешними чертами лица, да даже и внешне, да вот этими рыбьими глазами тоже, в принципе, пустыми. У него и, понятное дело, что это персонаж, в первую очередь, ну, мы говорим о персонаже, а не о человеке, да, и вот это вот монотонное повествование безжизненное, и вот это вот втыкание аутичное, я в жизни таких людей просто не выношу. Нам бы тогда было сложно общаться. Ну, то есть, мне очень важен какой-то эмоциональный коннект, чтобы я считывала хоть как-то человека. Вот такие вот полуживые амебы, ну, для меня как это, как закрытая стена немножечко. Я не отражаюсь в них, и поэтому не считываю вообще, что происходит. Он радостен, он грустен, ему плохо, ему непонятно вообще, что с человеком. Для меня лично. Вот. Поэтому, и он не очень так... Он, его еще так снимают в капюшоне, вот он весь такой хацкер. Понятно, что сериал несколько лет, но вот это какой-то такой вайб, что он такой подросток забитый, закрытый, ну, по, не знаю, архетипу какому-то. Вот реально, мне напоминает какого-то забитого подростка, который там, конечно, вундеркинд своеобразный и... всего себя вложил в развитие, как это, в прокачку одного навыка вот этого. Мы забили на социалочку, забили на семью, там, на все остальное, и вот вырулили вот сюда. Дерево выросло вот таким вот кривым, но каким выросло. Вот. Ну, там знаю, хорошо... Жизни... Ну, я тебе не буду спорить. Да? Он инфантильный, там объяснят, почему он такой. А про эмоции... Да. Ну, как бы это ближе ко мне, потому что я тоже не сильно эмоциональный человек. Ну, не настолько, конечно, как он. Вот. А ну да, там его дополняют вот эти яркие женщины вокруг, которые там психуют за него. Короче, да, буду дальше смотреть и потом расскажу. О, все, что, мы с тобой уже почти это... Ну, плюс-минус сейчас с чем-то. Я тогда запись останавливаю. Вот. Всем спасибо, кто пришел. Увидимся на следующем. Услышимся на следующем созвоне.